в России необходимо воспитание взрослого, ответственного чувства к той территории, к той земле, на которой ты пребываешь. Потому что, как выяснилось, в том числе и для этих айтишников, вот они уехали 2 миллиона, ну, и не айтишники тоже, и из них там 1 700 000 вернулись обратно, что это хорошая земля, щедрая земля, что ты можешь зарабатывать нормально, ты можешь снимать или покупать себе даже квартиру, у тебя может быть крутая тачка, ты можешь быть вообще упакованный, и это все не случайно. Это все не случайно, это потому, что у этой страны что-то такое есть. У нее есть нефть, газ, там, сельское хозяйство,